Добрый день. Мы представляем вашему вниманию высокопрочную затирку для широких швов торговой марки «Основит». Она может затираться на шве от 5 до 35 мм. Прочность у нее 30 мегапаскалей. Затирка уже идет колерованная в массе. Есть более 10 цветов. Все цвета специально подобраны под цвета натурального камня. В первую очередь эта затирка используется для затирания швов при облицовке натуральным камнем, камнем с неровными краями, в швах на термопанели, как в данном случае наш мастер наносит. Затирка может наноситься пистолетом, либо специальным рукавом, как это делает наш мастер. Затирка стойкая к ультрафиолету, потому что на фасаде в первую очередь она применяется. Стойкая ко всем атмосферным воздействиям, к солнечным лучам, к дождю, к снегу. То есть она морозостойкая, чтобы выдерживать перепады температур при смене времен года. Также затирка эта применяется и при облицовке внутри, в помещении, во влажных помещениях, в сухих помещениях, опять же, и с обычной керамической плиткой, с керамогранитом, с натуральным камнем, с плиткой под натуральный камень, под кирпич. Первый этап после приготовления затирки. Ну, первый этап нанесения этой затирки – это непосредственно заполнение швов. И второй этап – это придание шву ровности, гладкости, то есть непосредственно создание красоты из шва. Для этого используется специальный инструмент – расшивка, который и делает шов гладким. Шов может быть углублен полукругом, либо он может быть выпуклым, в зависимости от того инструмента, которым вы шов разравниваете. Швы заполняются очень легко. Вы видите, как наш мастер делает это очень быстро.